Всем привет, меня зовут Рита, и я катаюсь на моноколесе с 2017 года. Колесо – это модно, стильно, молодежно, а еще колесо – это про свободу, это прекрасный вид личного транспорта. Сейчас я катаюсь на Кингсонге 16S, у меня пробег уже 7000 километров, а начинала я с InMotion V8, на котором накатала 11000. Оно, кстати, было мое первое, тогда не было какой-то методики обучения, поэтому все приходилось делать интуитивно. В общей сложности у меня ушло 5 часов, разделенных на 3 дня. И по ощущению я могу сказать, что обучиться кататься на моноколесе – это примерно то же самое, как на велосипеде. Телу надо просто привыкнуть к новому виду нагрузок, и тогда вы сможете наслаждаться полетом и свободой, которую дарит моноколесо. Вспомните свой первый опыт на велосипеде, ведь по-любому ушло некоторое время, возможно, неделя.